такое озерцо. Оно переливается частично в это. Вот там лужа. И вот здесь временами бывает очень неплохая рыбалка. Примерно милю или две туда аэропорт Филадельфии. Некоторые тут бегают, тренируются. Я никогда не ходил до конца, но, по-моему, там она куда-то переходит в дорогу или что-то. То есть им не надо возвращаться, они могут пробежать насквозь. Это просто маленькая дорожка, аллея между двумя этими озерами. Влажно, душно, собирается дождь, поэтому вообще очень-очень душно. Вон темные тучи. Обещали гром и молнии. Обещали этот, как там его, ураган. Ну, может прийти, может не прийти. Бля, да это заеба. Ходить это, снимать всю эту залупу. Блин, трудно быть блогером. Вон кто-то на лодке прет. Не знаю, лучше быть сантехником раз в 100, наверное, чем ходить и снимать.